що ж, будемо говорити на чоловічі теми, які цікаві жінкам, про єдиноборства, про захід, який буде відбуватися в нашому місті. Олег Шевченко, президент клубу змішаних єдиноборств, завітав до нас. Доброго ранку, анонсуйте. Дуже яскраві такі афіші, значить буде яскравий захід, що, коли і куди приходите. Доброе утро. Добре. Очень рад, что пригласили. И хочу поделиться этой новостью. Дело в том, что 12 марта пройдет первый фестиваль Николаевский боевых искусств Pride, который объединит в себе финалы областных турниров, финалы областных чемпионатов. Это чемпионат Николаевской области по кикбоксингу и чемпионат, финал чемпионата Николаевской области по смешанным единоборствам. Можем бачити, да. Так, і що? Що буде такого цікавого? Які події будуть? Розкажіть нам, будь ласка, заохотьте, щоб ми от зібрались і пішли. Ну, дело в том, что первое, это первый такой фестиваль, мы решили перший, его так? сделать, угу. Да, то есть как бы в рамках турнира по кикбоксингу мы решили совместить и ММА, смешанное единоборство, и этот замечательный вид единоборства кикбоксинг. Также пройдут два профессиональных боя на этом турнире. Это бои профессиональной лиги MMA Pro Ukraine, в которых сойдутся лучшие бойцы Николаева, мастера спорта. Также с мастерами спорта они будут как бы соревноваться. Это Одессит, Роберт Воробьев, мастер спорта по ушу саньда, будет соперничать с мастером спорта по хортингу из Одессы Александром Левицким. Вот. Александр Глущенко, мастер спорта по смешанным единоборствам, самый молодой в Николаеве мастер спорта по этому виду, будет соперничать с мастером спорта по боксу Иваном Ребером, также николаевцем. То есть это два таких боя, которые украсят этот турнир. Ну и также лучшие кикбоксеры, лучшие бойцы смешанного стиля Николаева, Николаевской области, наши гости из Кировограда, наши гости из Херсона, из Лазурного, я надеюсь, приедут. То есть, ну, это действительно праздник, праздник для города, праздник для молодежи, который украсит. Так воно буде цікаво, зберуться справжні майстри своєї справи, змішаних єдиноборств в одному місті, і от такий захід відбудеться. Дивіться, чи це воно, я тільки не розумію, що таке змішані єдиноборства? Розкажіть більш детальніше, щоб ми розуміли, про що йде мова, як це змішані єдиноборства? Змішані єдиноборства – це вид єдиноборств, які зміщають в собі різні стилі, різні види і направлення єдиноборств, які... Там известно в мире, это более 100 направлений ударной техники, борцовской техники. То есть поэтому он совмещает в себе все, что накоплено человечеством за всю историю своего развития. Потому что единоборства, они действительно имеют очень древнюю историю, они идут в ногу с человечеством, это тысячи лет развития. Поэтому вот это есть. А вот скажите, пожалуйста, а как давно вы занимаетесь самой этой справой? Ну, дело в том, что я изначально занимался кикбоксингом, и я воспитанник детско-юношеской спортивной школы номер 2, это Николаевская школа единоборств. Я мастер спорта международного класса, чемпион Европы, вице-чемпион мира по кикбоксингу. В дальнейшем начал развиваться, тренироваться, общаться с ребятами, которые занимаются смешанными единоборствами, и пришел к этому стилю, который, ну, более богат, наверное, на приемы, он более интересен для меня, и он более динамичен, и на самом деле это самый развивающийся вид единоборств, на самом деле в мире, ну и в Украине он имеет очень хорошую динамику развития, я думаю, что недалек тот час, когда, ну, это будет спорт номер один вообще в мире, поэтому как бы... Я думаю, что я не зря им занимаюсь, не зря его развиваю. Но дело в том, что мы не отрицаем другие стили. Мы не отрицаем бокс, кикбоксинг, карате. Дело в том, что ММА – это очень современный стиль единоборств, который очень социален, потому что он объединяет. Он не разъединяет, наоборот. То есть он объединяет различные стили, и в этом виде может себя найти любой. Борец, боксер, каратист. Любой человек может прийти сюда, научиться новым приемам, научиться новому видению боя и... А от поєдинки, які будуть відбуватися, бійці будуть з одного виду єдиноборства, чи от саме от так воно і буде, що можливо там хтось з кікбоксингу, хтось там джиу-джитсу, щось таке? Ну, у нас будуть фінали іменно кікбоксинг, тобто розділ буде кікбоксинг і буде розділ смішане єдиноборство.
Ну, естественно, там смешанные единоборства приходят и кикбоксеры, и боксеры, и там вольники, и там борцы дзюдо. То есть, как бы, приходят уже ребята, у которых есть база спортивная, потому что, действительно, вот эти вот традиционные виды единоборств, олимпийские виды единоборств, они имеют очень богатую историю, они имеют очень серьезную спортивную и методологическую базу, которая позволяет им достичь, ну, как бы, имея такую базу, мы можем достичь очень высоких результатов от смешанных единоборств. А вот скажите, пожалуйста, а вы сами готовите уже там новобранцев, молодых людей, возможно, подлітків, детей, вот есть у вас что-то такое? Да, от, і коли можна приходити, в якому віці? Є якісь часові рамки? От в 30 ти вже не можеш приходити займатися до Олега Шевченка, наприклад. Ну, на самом деле, единоборствами можна займатися з самого раннього дитинства і до самой поздней старости. Поэтому как бы здесь ограничений нет. Есть просто какая-то дозированность нагрузок, это есть методологический подход, то есть это методики тренировок, и это грамотность тренера в первую очередь. То есть нужно всегда обращать внимание на личность тренера. То есть если родитель приводит ребенка, нужно обратить на личность тренера, кто тренирует, чему он учит детей. Поэтому здесь как бы сказать, что это очень жесткий вид спорта там, для стариков или для детей, нельзя. Здесь, естественно, есть ограничения. Тем более, допустим, мы развиваем ММА не как просто, как разновидность боев, то есть какой-то андеграунд, там, да, когда все просто дерутся. Здесь есть, это официальный вид спорта, и есть определенные ограничения по правилам, то есть у детей очень многого нельзя делать, очень многих приемов, потому что они травматичны, поэтому задача развить ребенка, довести его с минимальными потерями, с минимальными травмами до возраста, в котором он сделает выбор, становиться ли ему профессиональным бойцом и спортсменом или нет, потому что если он сказал как бы нет, а у него уже куча травм, ну это же тоже не дело, поэтому нужно максимально беречь человека с детства и до старости, потому что тело у нас одно. А ще скажіть, будь ласка, а скільки от поєдинків відбудеться саме 12 березня? Ну, ми плануємо от на іменно этот турнір, на фестиваль бойових искусств Pride, поставити лучших ребят кікбоксерів і лучших ребят ММА, тому що в течение этого дня на базе старого корпуса НКИ будут проходить предварительные поединки по смешанным единоборствам, а на базе детско-юношеская спортивная школа номер 2 на спортивной 11 будут проходить предварительные поединки по кикбоксингу. И вот там будет отбор, и уже лучших, допустим, 5 кикбоксеров и 5 бойцов смешанного стиля, они уже 5 пар имеют, 5 пар кик и 5 пар ММА, то есть они уже выступят вечером финальной части. Также будут у нас показательные выступления аэрокикбоксинга, то есть акробаты покажут номер. То есть, ну, сделать действительно такой фестиваль, праздник, не просто собрались, подрались и разошлись, а действительно сделать праздник. Шоу, да, фестиваль. Ну, да, фестиваль, да. Тем более это первый, возможно, он будет скромный, а дальше, если это все у нас получится, если люди нас поддержат, то действительно превратить это в какой-то традиционный Ну, фестиваль. Я гадаю, що це буде достатньо так цікаво, і сподіваємось, що в майбутньому у вас вийде продовжити цю справу. А от ще хотів запитати, о котрій годині я знаю, а квитки з приводу квитків? Никаких квитков, все как бы бесплатно для людей, то есть ми не коммерческая организация, мы проводим мероприятие, которое доступно для людей. То есть они могут прийти, посмотреть, сказать, понравилось, не понравилось. Поэтому все для города, все для людей, все для молодежи. Можно дякую. Спробовать самому что-то там? Ну, можешь, если не боишься, спробуй. Мы дякуем, что пришел и рассказал. Я думаю, что выйдет, и мы будем практиковать такие фестивали, адже міста України ж, ну, практикуют дуже часто такого рода фестивали. Там и в Києві проходять, и різноманітні. Отож, Олег Шевченко, президент клубу смішаних единоборств, був у нас. Що ж, чекаємо, побачимо, що з цього вийде.